Целый шквал обращений от жителей Чувашии. Мошенники активизировались. Репортеры республики регулярно рассказывают о схемах отъема денег у населения и выдают в эфир комментарии от правоохранителей. Каково было удивление, когда на личный мобильный телефон нашей коллеги из чувашской редакции пришло сообщение от подруги с просьбой одолжить денег буквально на день. Не клюнуть на удочку помог всего один звонок. Девушка ни у кого и ничего не просила. Ее аккаунт просто взломали. Однако злоумышленники не отступались. Прислали фотографию банковской карты, на которую нужно перевести деньги. На отказ посыпалась нецензурная брань. Как не попасться на удочку мошенников и что делать, если желание помочь близкому пересилило здравый смысл? Однозначно обращаться в полицию. И через полицию уже обращаться либо сразу в суд параллельно, либо через полицию, получив информацию о держателе карты этой, значит, соответственно, обращаться уже параллельно в суд для взыскания в гражданском порядке, в том числе суммы неосновательного обращения.